Резко настает жара, мозги парятся с утра, пот стекает каплей понемножку. На судьбу я не ропщу, в магазине квас ищу, чтобы приготовить вкусную окрошку. Я на рынок заскочил, так сказать, не без причин. Этот весь рецепт напичкан овощами. Закупил картошки впрок, лук, петрушку и укроп, яйца, колбасу, редиску с огурцами. А в жару спасает нас настоящий хлебный квас. Отпиваю понемножку, я домой скорее лечу. Ублажить себя хочу вкусом свеженькой окрошки. Зелень мелко покрошу, солью в слупке растолчу и в кастрюлю очень ловко покидаю. Часть картошки отварю, кожицу с трудом сниму, очень сильно пальцы обжигая. Утирая пот с лица, круто варим два яйца, аккуратно скорлупу снимая. Это все не без труда, та же самая байда, снова очень сильно пальцы обжигая. А в жару спасает нас настоящий хлебный квас. Отпиваю понемножку, я домой скорее лечу. Ублажить себя хочу вкусом свеженькой и окрошки. Но проблемам супротив, кубиками покрошив, с огурцами и редиской. Про колбаску не забыв и с яйцами порубив, отправляем вместе все это в миску. Тут момент созрел для нас, наливаем свежий квас и мешаем понемножку. И в тарелочку разлив, да сметану положив, вкусно лопаем окрошку. Так что вам, друзья, скажу, летом в самую жару, даже если совсем немножко, жажду точно утолит и нескромный аппетит. Это наша русская окрошка. Ням-н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 ям
ублажить себя хочу вкусом свеженькой окрошки. Вот что вам, друзья, скажу, летом самую жару, даже если понемножку, жажду точно утолит и нескромный аппетит наша русская.